Здравствуйте, ЭЗМ. Как ночевали? Ну и слава Богу. Сегодня будем готовить легкий такой быстрый завтрак. Я уже начал тут готовить. Вот, вовремя поймали меня за руку, чтобы я показал, поделился с вами. Ну вот, еще сосиска осталась, я покажу, как это делается. Ну, я научился уже без приспособ. Получается отлично, вкусно, хорошо, имею в виду вот эти вот прорези, что не до конца прорезаешь. Ага, ножичком все, нормалек идет. Ну, кто первый раз будет это самое, чтобы не боялся, что прорежет, а потом собирать, собирается, вот взял я зубочистки соединить, чтобы было вот это вот у нас кольцо, последние части соединяется у нас зубочисткой. А так, чтоб не ошибиться и не соединять, а получилось вот так вот он, одинаковые прорези. Взял я вот две авторучки простых, вот ученических, дезинфицировал, все нормально, не переживайте, что что-то взял там, поднял. Система, вот с колпачком что положишь, он не будет вертеться. Вот, где-то так. Ну, оказывается, как это самое, можно и без нее делать. Вот. Взяли сосиску с обоих сторон, так же, как я вот снимал, там делал прутики, резал картошку. А здесь берем сосиску, и, ну, вот на такие части я, ну, около сантиметра, наверное, или что здесь будет, вот так вот клетка, ну, миллиметров 8. Вот так вот надрезы делаю. Вот. Смотрите, ориентируйтесь. Вот, прорезали. Уберем в сторону. Вот. Делаем полукольцо. Полукольцо, то есть у нас, видите, разворачивается. Теперь я беру вот зубочистку, разламываю и вставляю в одну часть последнего вот это вот сосиски. И вторую, как бы разворачивая, вот делать полукольцо и соединяешь. Вот, получается вот так вот у нас округленно. И еще, чтоб больше, как говорится, это самое, она развернулась, беру и подрезаю, часть вот этой вот непрорезанной нашей сосиски. Тогда она более крупнее, как говорится, узорчатее у нас получаются вот эти вот места. Не бойтесь, берите, творите. Страшновато первый раз, что испорчу, не испорчу. Учитесь, делайте. Вот, взяли мы и сковородочку. Ну, я, чтобы время уже, говорю, вовремя остановили. Так-то я давно готовлю вот таким макаром. Налил маслица подсолнечного в сковородку. Вот выкладываю, Вот выложил, есть еще и другой формы изготовления, ну, как-нибудь покажу, не без этого. Теперь вот яйца куриные, беру яйцо, разбиваю и его как бы вот так вот вовнутрь выливаю. Яйца крупные, надо помельче. Вот так вот. Берем
И выкладываем. Заливаем внутренности. Вот так вот. Так, теперь мы сверху присолим. Сверху присолим. Ну, это разъехалось, но нам недолго. Его можно поправить. Вот. Просто сильно я уж резко туда опустил лицо. Вот. Приперчим. Как то чего, вот это самое. Есть желание. Вот. Ну, на это все, теперь я готова. Идем, ставим на огонь, то есть плитку включаем. И жарим. Ну вот, пожарили. Прикрывали крышкой. В общем, закрыл я, прикрыл крышкой, чтобы верхняя часть у нас яйца пропеклась. Можно также было и переворачивать, поджаривать. Но яйца крупные, вытекли. Ничего страшного, съестся. Теперь перед этим я сварил вот гречневую кашу. Гречневую кашу. Вот, будем с гречкой кушать. Вот. Гречку, я думаю, каждая хозяйка, хозяин вообще может приготовить. Ну, я макароны не стал там что-то придумать, картошечки. А вот самое ходовое, это гречка. Теперь берем мы лопаточку. Ну, любую здесь. Посмотрим, отделим, как нам надо. Вот. Нашу сосисочку на лопаточке вложим сюда, в чашечку. Пожалуйста, завтрак у нас, о, видите как, сытно, вкусно и хорошо. Ну, также для себя я вот взял, не знаю, кому как. Можно будет и сделать вот так вот зеленушечки. То есть лучка зеленого взял, покрошил несколько перьев. Ну, вот так. Душа радуется. Желудок слюноотделение делает. И будет кушаться очень вкусно, питательно и хорошо. С вами был Васильич. На YouTube записывайтесь. Бородатые рецепты Васильича. Будем готовить. Не унывать. Пока-пока.